Привет, дорогие друзья, подписчики и гости! Добро пожаловать на канал Devia.ru. Сегодня у нас видеорецепт для тех, кто не имеет времени, или у кого нет настроения, или кто-то не хочет жить на кухне, но предпочитает вкусный завтрак. Бутерброды получаются теплые, с хрустящей корочкой, сочные и для приготовления сэкономили кучу времени. Кусочками нарезаем любую колбасу, вареное или жареное мясо. Словом, подходит все, что имеется у нас в холодильнике. У меня куриная колбаса. Ломтиками нарезаем соленый или маринованный огурец. Огурцы маринуем и солим вместе. Рецепты очень простые. Просто нажимайте на ссылку в верхнем видеоуглу и вперед. Нарезаем помидор. Его можно заменить сладким перцем. Теперь нам понадобятся лаваши. Лаваш мы режем до серединки вот так. Намазываем томатной пастой или кетчупом. Можно использовать и майонез. Если у нас нет майонеза, можем приготовить сами, всего лишь за несколько минут, нажав на ссылку в верхнем видеоуглу. Теперь чуточка натертого сыра. Я использую моцареллу. Лаваш делим примерно на 4 части и кладем нами нарезанные продукты. Одна часть мяса или колбасы. Одна часть соленые или маринованные огурцы. Одна часть – помидорчики или сладкий перец. И одна часть натертого сыра. И само собой разумеется, наверх хорошее настроение. Так как с какого настроения начинается наше утро, такой будет и весь день. Теперь нас ждет очень ответственный момент. Нам нужно сделать красивый бутерброд. Складывать всегда начинаем от мяса. Так легче. Теперь наше произведение искусства намажем взбитым яйцом, если хотим, чтобы наш бутерброд имел хрустящую корочку. А еще я вспомнила, что у меня есть кунжут. Им также посыпаю свой завтрак. Теперь все отправляется в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут. Вот такая вкуснота и красота у нас получилась. Такого завтрака можно готовить и побольше, так как эти бутерброды просто улетают со стола. Быстро, просто и очень вкусно. Приятного аппетита! Еще больше видеорецептов для завтрака уже на моем канале. Нажимайте на ссылку в верхнем видеоуглу и будем готовить вместе. Спасибо за поддержку Devia.ru подпиской. Спасибо, что вы не забываете нажать на пальчики вверх или вниз. Спасибо, что не пожалели времени написать коммент. Вкусных вам завтраков! Пока-пока!